сегодня наш бегемот Фрида выходит в летний вольер и будет по нему уже гулять ежедневно. Температура подходящая, угощения приготовлены. Фрида, как ты на улице себя чувствуешь? А у хорошего бегемота, но у меня всегда одно и то же. Лишь бы хорошо кормили. И, как говорится, всех будет развлекать. Видите, целая тыква с удовольствием помещается у него во рту. И можно положить еще что-нибудь. Еще хочешь? Пожалуйста. Картошка, конечно, мелковата. Надо целое ведро засыпать. Да, я не знаю.